Всем привет! С вами Прия. В Варкрафте можно говорить бесконечно о многих вещах. О том, как люди продают аккаунты, о том, как люди совершают различные действия, которые нарушают лицензионное соглашение, ну а также о том, насколько долго люди получают различные баны, ну и, конечно же, за какую причину они были получены. Сегодня мы поговорим о такой ситуации, как бан на 100 лет. Да, это не шутка. Имеется в текущий момент скриншот от этого человека, то, что он получил бан на целых 100 лет, то есть до 31 декабря 2120 года. Вот захочет он поиграть в Shadowlands, а вот не получится. Захочет он еще в какое-нибудь дополнение поиграть, тоже не получится. Да и вообще на этой учетке он уже, скорее всего, не поиграет. Хотя, все может быть. В нашем мире, как говорится, причина бана достаточно проста. В текущий момент в мире происходят различные протесты. Мы не будем говорить особо о политике, все-таки у нас игровое сообщество, и вникать в то, что происходит в другой стране, немножко сложно. Поэтому мы просто разберем немножко это все поверхностно. В общем, официальная причина блокировки учетной записи этого игрока значится троллинг, агрессивное поведение и воспрепятствование протестам в игре. Как утверждает потерпевший на зарубежном форуме 4chan, он никого не оскорблял, не матерился, а лишь напомнил протестующим о правилах, что говорить о политике в игре нельзя, так как это несовместимо с принципами Blizzard. После этого его забанили. Коротко ситуацию можно описать так, ее описали в шутливой форме. Первый пункт. Говорить о политике в игре не по правилам. Второй пункт. Игроки разговаривают о политике в игре. Третий пункт. Скажи им, что это запрещено правилами. Четвертый пункт. Профит. Получи бан. В общем, если вы не хотите оказаться в такой же ситуации, и если вы не хотите получить бан на 100 лет, а то и там на 1000. Ситуация была во время Hearthstone Grand Masters, тоже интересная. Просто не стоит об этом говорить. Не стоит об этом писать в чате, вернее, потому что все чаты мониторятся, все чаты смотрятся гейм-мастерами. И в тот момент, когда на ваш никнейм накопится достаточное количество нарушений, а на любой никнейм можно это сделать, то будет проведена работа с вашими сообщениями, которые вы писали. Впоследствии вы получите какую-то блокировку. Может быть, просто на чатик вы ее получите, может быть, ну там, на всю игру. Тут уже все зависит от того, что писали вы. Будьте аккуратнее. Я уверен, что после просмотра этого видосика сообщения в чате будут более, не знаю, лояльные и более продуманные. В чатике имеется в виду торговля город и поиск спутников в игре. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!